господа рыболовы, рыбаки-рыбачки, я вас приветствую на своем канале Максим Сарончук, ребятушки. Давно мы не виделись, конечно, тяжело было, все-таки я собрался немножко разгрузиться, ребята. Я на глубоком, это как назвать, открытие сезонного, дай бог, карпика, сазанчика, что-нибудь осеннего, как говорится. У меня место шикарное. Шикарное у меня место. Сейчас покажу вещи, там куча у меня. У меня место вообще шикарное. Сейчас покажу. Обалдеть. Ну вот такое, друзья, мое место. Это мое. Тут столик. С видео, тут все электро. Тут палатка будет. Вот такое, ребята, местечко шикарное. Серега, спасибо тебе. Пашке спасибо большое. Вот такое, друзья. Сейчас я начну расслаживаться. Горошек. Смотрите, сколько шмурдяка. Все тут. Палки, раскладушки, сумка, баулы, кухня. Все тут на куче. Все, друзья, сейчас мы ее туда все разложимся. И вот тут будем себе раскинемся спокойно. Рукпотики, сигнализаторы поставим. Вложимся. Я надеюсь, будет супер. Эмоции, друзья. Дай бог каждому. Ну все. Надеюсь, будет круто. Не переключаемся. Идет потихонечку, вот шмурдяк немножко перенес. Сейчас хочу ракпоты собрать. Сюда кину уже рыжу палатку, ракушку свою. Уже горошек вот поставил. А ну-ка. Отлично. На баллончике. Сейчас пока мисс разложусь. В принципе, погода классная. Ничего не могу сказать. Чистенько вот здесь, конечно. Так сильно далеко, да, ребят? Ну, где-то тут поставим. Там будет видно. Вот так. Красота. Погода шикарная. Горошек уже почти сварился. Почти. Уже собрал работу. Сейчас буду. Палочка у меня сегодня. Карпрожные мои. Тут не помню, там покажу. Две фидерки, 5, сколько, думаю. Ну, если кину 6, я думаю, не пристрелят меня. Сейчас там и палаточку, горошек. Короче, хочу закинуться, а потом уже лагерь потихоньку. Еще кушать хочу сразу с работы. Ну, здесь будет интересно. Хлама, конечно, еще там хлам остался. Так, ребята, я собрал. Может, потом закину еще две фидерки, посмотрим. Мои эти старые импульски. Вот эти карпрошные, сейчас я покажу вам. Вот они. Здесь видно. Биг камел или господи. Карпрошные. Спортрот. В смысле спорт. Как кидать эти. Короче, закармливать можно, ребяточки. Два в одном. Такие они у меня. 3,60. Довольно неплохие, скажу. О, пойдут. Шо, не будем терять время, друзья. Горошек уже сварился, собрал. Сигнализатор поставил, все поставил. Так, что тут такое? Так. Это нам не надо. Можно. Так. И руки, и ноги поломать тут все. Так, две палочки есть, друзья. Слушай, руки повытирать. Горошек есть, сейчас будем закидывать. Так, ребята, по снастям. Карпрошные грузили, кто что у меня еще
Я давно покупал все на основной леске. Отбойничок, отводик и поводочек где-то ну, почти метр, друзья. Так. Все, крючочки мои любимые потом покажу. Так, что там с горошком? Короче, горошек вообще получился бомба, но есть разваренный, ничего страшного. У меня есть запасной. Вот так, ребята. Сейчас закинем. Так, ориентирование туда. Если будет задувать, прошу прощения, ветер. Там где-то яма, по-моему. Так. О. Конечно, ветер. Тут у меня шок. Не помню, какой именно стоит. И этот. Леска 0,28. Так, камыши эти. Да ты что, ветер сорвался, а? Это не помеха. Короче, середина. По течению ничего не могу сказать. Все упало. Ну все, все закидываем. Так, тут у меня, ребята, обычная шайба. И поводочек сантиметров 70 на отводике. Конечно, ветер сорвался, да. А что, малюха, разварился горошек? Ничего страшного. Так, один. Так, и опа, есть хорошенький. И второй. Вот так, шайбочка и горошек. Отлично. Так, ребята, поставил руку под, спустил в самый низ. Ветер сильный, чтобы парусы не делали. В принципе, у меня леска 0,28. Так. Ой. Короче, друзья, за середину. Течение, не знаю, ничего не могу сказать. По 110 или 120 грамм, ничего не могу сказать. Так, брейтрамер обязательно. Все. Подсадчик и вперед, сейчас как раз соберу. Отлично. Так, ребята. О, это есть. Поплавочек есть. О, так. Так. Так, и самое главное, кто мои ролики смотрит, помните? Скотч рулит. Так и не сделал. О. Вот и отлично, ё-моё. О. Ну что, друзья, высота. Смочим. Обязательно. О. Все. Ждёмся. Поклевка, ребята. Такая хорошенькая поклевочка. Я как раз палатку разобираю. Что-то небольшое, друзья. Любой рыбки рады. Походу сход. Но поклевка была жесткая. Они что-то есть.
Карасик-то небольшой, друзья. А, карасик. Ух ты! Ниху-ху! Вот это, ребята, карась! Ух, да! Вот это карась, друзья! Лапать! Карась? Да! Карась? Да, такой! Вот, друзья! О, отлично! Так, друзья, у меня же обновочка. Yes. Садок купил себе новый. Садочек. Еще вместе с биркой этой. Так. Отлично. Сейчас забыл дома какой-то груз. Только думаю, куда его поставить. Наверное, тут. Смотрим. Это хлебчик. Надо сейчас закинуть. Да, плохо, конечно, друзья, что нету. Куда-то грузило. Ну ничего, мы сейчас все придумаем. Так, есть. Есть. Опа. Что я могу сказать? Отлично. Пока есть так. Отлично. Разложились. У нас поклевка, друзья. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, какая? Опа, есть поклевочка. Какая? Пошел. О. Есть. Сезон. Вроде бы небольшой. Он всегда небольшой. Короче, 0,28, да, не сильно так пару сделает. Ну, понятно, может карась. А ну-ка. Что, клидер появился. Ну, понятно, что. Тут это первое стояло. Да, видно, но небольшой. Ну покажись, друг мой. Ой, как небольшой. О, кило есть. Опа. А ну-ка. Иди до папочки. О, нормально, друзья. Отлично. Опа. Опа-па-па. Так, друзья. Нижняя засечка. О. Да, две горошины. Вот такой. Вот такой, друзья. Починчик уже есть. Уже приятно. Пока там я навожу порядок. Горошинки. Уже. Я сперва не понял. Это пип-пип. Пип-пип. Именно паровозики. Две горошины. Я и макухи взял. Ну, посмотрим. Да, так, что с горохом? Нормалек. Мне уже нравится. Дальний забросик. Слушай, а может не дальний, а может так вот тут недалеко поэкспериментировать. Чтобы обязательно далеко швырять. Так, бог его знает, как тут глубина. Ну, довольно течение нормально. Допустимо. Так, ребята. Немножко горошка. Хочу, думаю, две пружинки, два макуха, две таких. Ну, поэкспериментирую. Горошек, то, что я сварил. Это вообще рыбалка осталась. Интеркрилевская. Конопля универсант. Ух. Чуть. Добавим. Добавим
Это еще у меня что тут? А, тигровый немножко. Так, это есть. Я думаю, друзья, опа, еще сыпушки своей любимой. Ай, кушает. О. Так, мусор, потом сейчас сюда. Ну и засыпем обязательно. Антротантом. Крылечко добавим. Я думаю, хуже не будет. Тут так немножко. О, отлично. Так, нема чем размешать. Я думаю, добавить чуть-чуть тигрового ореха, друзья. И все. Это чуть-чуть. Водички добавим. О. О, такая смесь получилась. Отлично. Так. Так, что, господа рыбаки? Моя любимая кормушечка. Одна. Тогда купил, оборвал. Так, у меня здесь на волосе. Это сливка. По-моему, сливка, ребят. Сейчас точно скажу. И с горошеком. Там так же само на волосе. Хочу поэкспериментировать. Ох, запах, конечно, такой. Это того попапчика. Так, есть. Сидел там, вязал с Настей. Черт побери. Чуть на гадюку не стал. Так, есть пломба. Вот такая, ну, не знаю, может попробовать. Ты, короче. Так. Ну, вот так, друзья. Тут то же самое, только такая кормушечка у меня. Все, сейчас забиваем и будем закидывать. Ну вот, господа, горошинка на блюде, или как там говорят. Смотри, какая красота. Все, закидываем. Закинем те, перезабросим. Отлично. Так, вторая. Напротив, пацаны, поклевка сазанчика. Сейчас туда перезабросим. О, поки тут лагерь разложил, значит, с ума не сошел. Обязательно притраме, ребята. Не забываем. На улице осень. Да, потом, может, подниму их. Пускай так стоят. Отлично. Отлично. Ребята, немножко уже темнеет. Я позакидывался. Закат, конечно. Закат просто красота. Красотища такое. Да. Ну, такие поклевки не было. Покушал. Плотненько, потому что с работы я там на работе только похавал и все. Так, в принципе, тишина. Ну ничего, сейчас, может, закормим. Еще ночь впереди. Завтра утречко. Да, надеюсь, будет хорошо. Ну что, уже стемнело. Тут не посмотрел, сколько время. Ну, если сделал освещение. Нормально разложился. Потом покажу лагерь. Короче, одна была поклевочка у меня. Вот здесь. Да, быстро стемнело, конечно. Но ничего. На ночь. Балабайчики, или как они там, доночки позакидываю на макуху.
Утром буду только проверять. Сейчас, может, перезаброшусь. Ну, не было поклевки. Вижу, даже вот соседи там сидят вот напротив. То же самое вот. То же самое, тишина полная. В фильме себе сижу, то и смотрю. Фу, ну, рыба активная, друзья, конечно, активная. Ужас. Вот просто вот скидается, вот прям фук. Вот. Рыба, конечно, активная. Ну, посмотрим. Сейчас, да, еще хочешь закормить, у меня же горох там еще есть. Может, литров 10-15, не знаю. Сейчас закормиться, или может завтра утречком встать. Ну, посмотрим. Да, поднимается. Ух ты. Довольно хорошая лапа, друзья. Хорошенький. Ух. Да ни хрена себе тут кого. О, вот, ребятки. Получается, без 5-8 он клюнул. Хорошенький такой кабанчик. Ох-ох-ох-ох. Тихо-тихо-тихо. Хорошенький. Отлично, ребята, уже нравится. Ребяточки, что удивительно, вообще легонько шел, я даже не чувствовал. Как будто вот реально какого-то карасика тянешь. Легонечко, легонечко, легонечко. Ну, круто, круто. Ух ты, там кто-то расселся. Одни светлячки. Я не знаю, что камера перепадет. Ну, покажет. А, что? Ну, короче, круто, ребяточки. Все, не теряем время, закидываем. Так, ребята. Поклевка. Так. Сначала первого. Вот классно на это. И там поклевка. Как бахнуло, аж бубенчик слетел. Где ты там, малыш? Ого! Да ты даже не видно. Так, вот уже. Опа. Ого, на малышек. Чтобы не сошел. Хороший. Покажу вам, ребята. Главное, чтобы не сошел. Вот чуть малеха намочился. Так. Ё-моё, ничего себе. Так, вот иди туда. О, да он даже под сак не влазит.
О, есть, ребята. Классика. А, тут коготь. Вот такой, друзья. Ребяточки, доброе утречко всем. Там у меня поклевочка. Сейчас, родные. Все хочу заснять. Лежит, я говорю, стой тут на месте. Никуда не двигайся. Надеемся, не сошел. А если сошел, ничего страшного. По-моему, сошел, друзья. Ну, ничего страшного. Да, сошел. Ребяточки, я думал, что сошел, это утренний карасик. Хороший лапоть. Рыбаки, рыбачки, доброе утро всех. С кофе питьем. Что сперва вам пожелать? Крепкого-крепкого здоровья. Сегодня самое лучшего. Самое главное, мир над головой. Отчет. Вечером, ребята, взял еще одного сазанчика. Еще был поклевка сазанчика. Ну, рулеточка у меня есть. Там почти 30-ка, я сразу отпустил. В принципе, может, были поклевки, друзья. Я лег спать. Достал палки. Балабайчики эти, доночки позакидывал. На донки же, вы видели, взял. И утром вот это карасик с насадкой червяка. Это перезабросился, горошек я подогрел. Ждем-с. Те, которые там были, доночки, ни одной поклевки. Там тоже ни одной поклевки. Погода шикарная. Очень хорошая погодка. Водичка упала, солнечко встает потихонечку. Красиво. В принципе, все хорошо. Что, надеюсь, еще будет хороший день, что-то интересное. Рыбачки подтягиваются. Да, рыбаков, ребята, очень много. Очень много рыбаков. По комару пару раз дебнул какой-то падла, залетевший тут. Типа хотел на шару кровочки попить. А хренушки тебе. Что, посидим? Что-то позатрикать придумаю. Вчера же хотел кушать. Там целых две курицы у меня есть. Ничего, кушать есть, посмотрим. Ребяточки, еще сейчас с кофе питьем всем. И хорошего дня. Моим коллегам хорошего выходного. Спасибо всем, кто меня узнает. Всегда приятные эмоции, ничего плохого. Если что-то, ребята, я не то делаю, подскажите. Может, это другое. Бывают такие моменты, да, я не показываю, как я что-то делаю. Ну, это все. Как-то я хочу ролик снять отдельно, как я все с Настей делаю потихонечку. Ну, это может уже попозже, когда уже будет холодно. Ой, как хорошо. Ух ты, поклевочка. Хорошая поклевка. Ребята, вот это лапоть. Фу. Да ну нафиг. Вот это лапоть. Тут у меня кукуруза и горох шряевский.
друзья. Жена на связи. О. Ну, что-то небольшое. Жена на связи, и я на связи. Так, ребята, что тут у меня? Жена в прямом эфире. О, завел под камыши. Вот гад, а? И понимаешь, и так легко идет, и кажется, что большой или маленький, а потом такой выворачивается на килограмма 3-4. Так, а ну что это такое? А, небольшой. О, иди сюда до папочки. Так. Жена как позвонит, так и клюет. Иди сюда. Опа, о, есть. Опа. О, иди до папочки. О, тут хорошенький. Полторушка, даже больше. О, ребятки, есть. Пускай супруга почаще звонит. Сейчас. Опа, тихо. Жена даже увидит. Я с ней разговариваю. О, хорошая засечка. Нижняя губа. Сейчас. Вот такой, ребяточки, пузатик. Вот такой хорошенький. Сейчас мы ее померяем. 35 сантиметров должно быть. Так. Рулеточка отсюда и сюда. О, ровно 40 пойдет. Вот такой, друзья мои, хорошенький. Клевочка. Давай. Походу. Карасик. А то я зонт ставлю, ребят. Солнечко. Поворачивается. Караси, конечно, вообще, конечно, я в шоке. Лопаты такие. Вот такие, друзья. Ну-ка. Вот он на берег пошел. Зацеп. Да, зацеп. О. Карась. А, сошел. Нормально, ребятки. Ладно. Ребята, достал ту другую, которая зацепилась. Смотрите, какие красавцы. Тихо. Закидывай это дальний заброс. Нормальненько. Только караси радует. Такой, ребята, у меня выход. Вот так. Видно. Ладно там. Ну, покажу свои апартаменты вот так. Это моя, типа, вот кухонька, тут все у меня. Все тут сложено аккуратненько. Сейчас кофеечек попью. Вот у меня тут столик монтажный, где я себе делаю. Тут сумка у меня, аккумулятор. Ну, все так. Датчик угарного газа. В принципе, вечерком так было, чуть-чуть так. И, в принципе, тепло. Вот такая красота. А вот так отсюда. Тут все сложено, у меня все сумочки тут. Вот моя ложа.
Как-то так. Пятизвездочный отель. С комфортом, конечно. Зара нет. Что непонятно, а? Это поклевки. Буду карась. Если карасик, ничего страшного, на таранику. Да. Хороший карась. Реально хорошие ребята. Неужели поклевка? Ребятки, где-то час не было. А на фидерку я взял карася. И то, как взял, доставал. Упирается, друзья. Может, какой-то хорошенький. Шок, лидер пошел. О, и на ту клюет. Упирается. Сейчас давай. Нормально. Есть, да, вот он. Опа. Появился. Так. Опа, чача. Хорошие ребята. Хороший кабан. Ух. Вот пацан лезет, интересно. Ой. Опа. Есть. Опа. Есть, друзья. Так, сейчас его поднять, главное. Тихо. Есть, хороший кабанчик. Опа. Есть, друзья. Хороший. Опа. Хороший. Кабан. Так. Уже отцепился. Главное, чтобы не дернул. Для крючок за нижнюю губу. Вообще классика. О. Радует. Ты какой ветер, ребята. Короче, на что он взял, где заметил. Гранула. Креветка. И один горошек. Вот так. Ну и... естественно, забиваем. Да. Ну, вообще легенько так. Паровозочки, конечно, есть. Вот и все. Вот так, друзья. Гранула и горошек. Все. А те... крайние справа вообще что-то молчат. Дальний заброс. Вообще не могу понять, что за фигня.
Бретрамер обязательно. В принципе, все. Ребята, вытащил карася одного, уже закинул. И одного доставал, сейчас хочу взвесить. Поднял, потому что я вообще поклевок не слышно. Достаешь карась. Ну, это, конечно, караси. Это, конечно, кое-что с чем-то, ребята. Да. Смотрите, лопаты какие. Вообще, конечно. Так. Есть. Батарейка села. Да. К сожалению, ребята, батарейка села. Да. Короче, вот такие, ребятки. Вот такие караси огромные. Так, ну что, господа рыбаки и рыбачки, что я вам хочу сказать? Короче, я решил... Я остаюсь еще на вторые сутки. Посидел, подумал. Итого получится, друзья мои, две части. Первая часть. Тут очень много чего интересного. Я надеюсь, вам понравится. С вас лайкос, подписка, комменты. Что обязательно, ребята, советуйте, подскажите, что-то может не то. Мы будем сейчас готовиться к вечерней рыбалочке, завтра утрешней, надеемся, и я надеюсь, что-то получится интересное. И засниму все это для вас. Спасибо вам огромное. Увидимся во второй части. Пока.